будет. Так, Иван, это Юрий. Вот, приветствую вас опять. Сейчас вот вопрос решаем по поводу 4D35 мотора. Вот, гильза 35 на 110. Вот, блок. Обратите внимание, какая поверхность ханинговки, как у вас прямо на заводе, видать. Красиво. Керамикой обработанный, вот чистенький, все в размере. И вот ваши кольца удивительно показали шикарный результат. То есть, ну, как бы на данный момент на рынке то, что мы сейчас имеем, самый лучший вариант. Вот смотрите, сейчас покажу. Вот, кольца маслосъемные. Зазор 0,3. Вот, смотрим. 0,3. Вот он. Подсвечивает. Вот зазор 0,3. Второе компрессионное и первое 0,4. Это вообще, это идеал. Это идеал. 0,4. Смотрим. Вот он. Зазоры 0,4. И то так вот маленько туговато как бы заходит. Да, даже там... 0,3. Ну, как бы, да, вот нормально. 0,38, так скажем, даже. Зазоры. Ну, как бы вот такой. 0,45 не лезет. Сюда 0,35 не лезет. То есть зазоры, они РИК просто шикарные. Ну, тут, в принципе, потом, сейчас я еще видео отправлю вам по вот этому комплекту 6D16T. Сейчас буквально вот это...